Актуальная информация для пассажиров железнодорожного транспорта. С 8 по 10 марта в Тверской области изменится график движения пригородных поездов. В честь Международного женского дня 8 марта составы будут ходить по графику выходного дня на участках Москва-Тверь, Москва-Конаково, Москва-Бологое. В этот же день добавлен дополнительный рейс электрички Бологое-Угловка отправлением в 12.30 и Угловка-Бологое отправлением в 13.45. Кроме того, абонементы рабочего дня не будут действовать с 8 по 10 марта, а выходного дня можно будет использовать с 7 по 11 число.